Алексеев на Желнировского. Желнировский бросает низом. Илья Баранов. Бомбардир команды соперника. Нельзя оставлять без присмотра Илью Баранова. И в такой момент! И шайба! Все-таки оказывается шайба в воротах. Было там подправление, и коньком не зашла шайба в ворота. Крутилась, вертелась она на пятачке, но все-таки сейчас услышим, на кого будет записана эта шайба. И не совсем утешительная статистика этого матча для карагандинцев. Как бы то ни было, шайба не прижата ко льду, поэтому счет 1-0. Ну вот, шайбу в ворота карагандинской команды. В числе снайперов также числится Илья Баранов. 7 заброшенных шайб, и в трех моментах он был ассистентом. 10 очков имеет он на своем счету. По вратарям нужно обраться. И гол! Первый бросок не зафиксировал голкипер гостей. А вот со второй попытки Исаак Валицкий забрасывает шайбу в ворота нефтекамского Тороса. 1-1. За 7 минут. 20-минутки, стартовой 20-минутки. Вход в зону. Альшевский бросает, попадает в игрока. Ох как! И явно этого не ожидал никто. И даже Денис Костин. Ну, посмотрите. Ну, все, я так думаю, было... Началось в атаку. Первое звено на площадке — Ердаков. Передача на Артура Сарварова. И вторая шайба оказывается в воротах хоккейного клуба «Тарос» из города Нефтекамск. Вот так вот. Очень быстро отличаются команды, отыгрываются хоккеисты. Счет ничейный. Ердаков. Нет, Поляков. 61-й. Наместников бросает. Отскок и гол! Исаак Валицкий забрасывает шайбу в ворота хоккейного клуба «Тарос». Выиграно вбрасывание. Сиксна. Ламака. Бросок. Сарваров. Ламака. Сиксна. Юксеев. Ердаков. Гол! Реализация численного большинства. Да, вот она. Вот она пришла, как говорится, окаянная реализация численного большинства. Тьфу-тьфу-тьфу. Окаянная — это не совсем приятное слово, я так думаю, но все же. Все же, как бы то ни было. Антоновский. По чемпионату Казахстана мы знаем, что Орлов может бросить с той позиции, на которой находится. Но Орлов становится автором передачи, а шайбу забрасывает Станислав Альшевский, 7-й номер команды СРРК. Это второе реализованное численное большинство. 5-2. Вот как надо доказывать свою силу на ледовой арене. Передача на партнера. Бросок и Костин. Вновь Гришин. Передача, и Егор Дубровский забрасывает шайбу в ворота карагандинской команды. 3-2. Ну, 3-5, точнее сказать.